Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 3 секунды, если ты знаешь, что такое Шанхай. Считаю, раз, два, три. Молодец, бро, что ты успел поставить. Шанхай — это вообще город такой, реально крутой, огромный мегаполис, где живут миллионы людей. А также это у нас карта Шанхай в игре Ravenfield, новая карта, в которой мы сегодня и побегаем. У нас есть 300 юнитов с нашей стороны и 300 с вражеской. Мы синие, также, ребята, есть враги, они красные, чуваки, вот они сидят. Опа, снайперочка, привет, давай водителя вырубим. Так, на меня! То меня увидели, ребята, я снайперочек. Смотри, как я всех здесь вырубаю. Отлично. Мы здесь поиграем в двух режимах. Сейчас у нас обычный, где мы бегаем там 300 на 300. А потом уже поиграем в режиме Point Match, где мы будем там захватывать точки и все такое. Разница между режимами такая, что здесь заканчиваются юниты. Как с нашей стороны, так и с вражеской. А в другом режиме ничего не заканчивается. Там все вечно. Тут у нас есть туннель, смотри. Давай сядем на танк. У нас здесь оригинальные скины, оригинальная техника. А вот оружие, ребята, здесь у нас все, что можно было скачать в виде модов, да. То есть много чего у нас. Так, летит вертушка вражеская. Но, да, с танка попасть по вертолету — это еще тот челлендж. Конечно же, давай. Огонь на упреждение. Промазал. Ребятки, мы уже с вами играли на одной карте, которая называлась, по-моему, метро. Это было месяц или два месяца назад. Это карта того же, скажем, разработчика или кто он там, чувака, можно сказать так. И вот мы здесь тоже играем. Также я помню, в игре Battlefield вроде бы вот это здание разрушаемое было. Не знаю, оно здесь разрушается или нет, хотя навряд ли, потому что здесь физика в игре не такая вот, как в Battlefield. И на самом деле там был скрипт, который разрушал это здание. Так, побежали. Оружие у меня с прошлого ролика. Кто смотрел прошлое видео, тот знает, о чем я говорю. Так, а что, стекло разбивается. Куда нам вообще бежать? Давай посмотрим по карте. Ага, там спереди БТР. Также... Воу! Я понял, ребята, боевой катер меня уничтожил. Ладно, у меня, ребята, есть управляемая ракета. Сейчас я респанусь и уничтожу. Я респанулся где? Там, где и появился в первый раз, да? Ясненько, надо будет... Нет, в другом месте. Я сейчас выйду вот сюда вот. Где моя управляемая ракета? Привет! Асталависта, лечу, ребята. Давайте немножко круг сделаю, чтобы увидеть, где вообще они находятся, потому что ракета летит довольно быстро. О, у меня же есть слоумо. Я и забыл, что у нас слоумо есть. Вот, направляем его на катер, нашу ракету с камерой. Привет! Ты же меня убил! Лови возвраточку! Да! Ребята, потопил катер. Так, куда мы выстрелим? Вижу цель. Огонь! Запускаем ракету. Включаем слоумо, ищем цель. Давай потихонечку, куда мы можем. Воу, чуть в здание не врезался. Так, один катер уничтожили. Так, тут какой-то танк, возможно, наш. Вот, вижу, бегут они, смотри, высадились на лодке втроем. Минус 3, да. Отлично. Ой, и последнюю ракету в себя запустил. Вот я красавчик. Просто молодец. Сколько я убил? 10 юнитов. Не сильно я отошел от ботов, потому что вражеский бот уже набил 9 киллов. Ну что же, давайте я сейчас попробую появиться в другом месте. Вот здесь вот наши потихонечку уже щемят врага. Как раз мы сместили его с двух островов. Да, сейчас он на третьем забился, но навряд ли мы сможем его там и прихлопнуть. Пока что мы лидируем, у нас 261 юнит, у врага 237. Так, кто-то стреляет жестко по нам, откуда, не понимаю. А, давай, вы, сейчас мы высмотрим со снайперки, кто там вообще по нам пульками стреляет. Может быть, БТР вражеский? Вот там вижу, смотри, снайперочек. Ага! Вот так вот! Ребята, я вырубил. Тут вообще дикая война идет. Пока не будем еще доставать. Пошли в ближнем бою. Посмотрим. Кусты. Вообще перестрелка жесткая. Где все? Не понимаю, где наши, где... Вот кто здесь стоит? Это наш за пулеметом был. Так, тихонечко. Тут танчик. Не могу понять, откуда вообще идет пальба.
наши пошли вперед. То есть мы щимим. Вот там где-то враги. Так я не вижу врага. А, сверху! Сейчас мы тебя достанем. Подожди, иди сюда. Он выглядывал. Он на меня смотрит. Бен чуть меня не прикончил. Вражеский вертолет. Давай слоумо. Огонь! Так, пулька. Ай-яй-яй-яй, меня ранили. 30 хп осталось. Да ё-моё, как нас... Чем нас мотают вообще? Сзади! Там! Этот лежит. На чем они подъехали? Это же была амфибия, БТРчик. Они сюда ворвались. Где враги? Снова где-то на крыше сидят. Короче, надо набирать либо команду, либо самому идти. Но для начала надо, ребятки... А, вижу, на парашюте спускаются. Отхилимся, ребята. Кинули аптечку с пулями. С патрончиками. Давай вот этот флаг захватим. Или что это? Такой это флаг или что это? А, это просто флаг. Ладно, пошли. Здесь внизу есть переход. Такой вот, да, мы можем прям под мостом пробежать. Прикольно. Не знаю, где враги. О, вот они где! Блин, ага, там танк был. Если я думал, там просто квадроцикл едет. Крутые чувачки. Где я респанулся? Подожди, я на крыше. Ребята, я на крыше. Это же круто. Где враг? Вон танчик. Так, танчик надо вырубить с помощью управляемой ракеты. Ой, по-моему, я не переключился на ракету. Я понял. Вижу вражеский вертолет. Сломо. Вертушка. Чья это вертушка? Не могу понять. Сейчас посмотрим, пролетит ракета. Вот с левой стороны видно, где летит ракета. Будем надеяться, что это враг. А возможно, это был не враг. Вот я, конечно, еще тот специалист. Есть такой, кстати, фильм «Специалист». Это, наверное, про меня. Там был танк, он, наверное, уехал. А вот там вот что-то еще есть. Надо снайперка. Здесь большое расстояние, ребята. Хорошо будет со снайперки работать. Вот-вот-вот-вот. Но! Минус один. Танк стал за пулемет бежит. Не дадим ему стать за пулеметик. В танк полез. Кто-то бегает на упреждение. Его ранили, он упал. А, кто-то его снес. Это кто? Вертушка вражеская по мне ракетами шмаляет, ребята! Ах ты! Ну все, чувак. Смотри, на меня целится. Ее подбили. Кто-то высадился с парашютом? Да, один, ребята. Сейчас мы тебя найдем, иди сюда. Куда он упал? Где ты? Он же на парашюте высаживался, я видел. Он в речку упал? Стрёмный чувак, вижу боевой катер. Давайте мы его достанем с нашей управляемой ракетой. А куда я выстрелил? Ага, последняя ракета на криво как-то стреляет. Вот, полетела ракета без слоумо. Давай целюсь, привет, катерочек. На, пятюня от воблера и его подписчиков. Вот еще. Кто это, откуда? Подождите, меня убил другой боевой катер. Или он изначально по мне ракетами выстрелил? Получается, я по нему попал, а ракеты его долго ко мне летели, вы поняли? Я его, а он меня. Смешно, где я появился? Непонятно где. Бежим, бежим, ребятки. Вертушка. Так, откуда палят? Не могу понять, справа то ли или слева. Вообще, ребята, эпический замес. Да откуда стреляют? Я не могу понять, кто? Где находится карта? Подскажи мне. Там, там танк вражеский. Он где-то там. Стреляю, слоумо. Здесь очень маленькое расстояние, потому тяжело, конечно, стрелять. Ладно. Мне бы как-то добраться. Алло, пацаны, стоп, 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 ой. Давайте, я за квадрик. Да, сейчас мы прорвемся. Я за руль сажусь. Пацаны, давайте ко мне. Follow me. Давай, садись, чувак. Дрын-дрын, поперли! Прорвемся! Вражеское логово, это осиное гнездо. Блин, я упал! Там уже наш танк ездит. Наводит, ребята, шум. Давай, давай, давай. Мне нужно отхилиться. Срочно. Давай.
Так, ремонтируем, ребята, себя. Лечимся. Отойди за мной, follow me. Зачем ты там? Боже, кто там? Джип! С дробовика по мне палят. Там вся техника едет. Офигеть! Да там и джип, и танк, и БТР. Так, мне бы как-то спрятаться, что ли? За угол. Сейчас будет... Вот-вот они! На! Просто туда стреляем! Не знаю, кто там. Наш танк поехал. Надо поддержать пехотой. Нашу технику боевую. Ну как? Вырубили технику. Какое-то энергетическое было оружие. А там еще. Так, танк вражеский по мне стреляет. На! Без прицеливания. Промазал. Сложно, конечно. Давай, тут ни прицела, ничего нет. Просто. На! Попал. Перезарядка. У меня ракету достаточно, чтобы поджарить все в округе. Просто буду вот так вот по-быстренькому, ребята, стрелять. Кто? Откуда? Да как вообще вражеский вертолет завис на небоскребе и как-то в меня попал? Дюплекс, как ты это сделал? Да, ребятки. Где я? Где я? Снова. Снова где-то есть я. Снова на этой стороне моста. Короче, надо рвать туда когти. Что нам говорит карта? Мы прорываемся. О, хорошо, мы прорвались. Ты посмотри, у них 3 точки осталось. И у нас юнитов 180, а у них 97. Ну, я вам скажу, что довольно долго идет вообще. Так, ага, я понял. Джип уже подгулявший. Мне бы как-то спрятаться, чтобы меня не достали враги. Вижу лодку. Полетела. Давай, катер. А где моторный катер был? Я его видел, он где-то ехал быстро так, вот. Это по мне уже стреляют, наверное. По мне летят ракеты, надо убегать, ребята. Вот еще высадились. Блин, даже не знаю, куда стрелять. Тут их 3, а там боевой катер. Он по мне палит! На! Летит ракета. Да, вот ракета летит! Промазала ракета! Нищие, вы промазали. Так, давай еще. Так, там наш катер поплыл. Это по мне уже с энергетического оружия валят, ребята. Чуваки, которые высадились на лодке, у них снайперка энергетическая. Вот они. Привет от воблера! Вот сюда! На! -3. Ну, один навряд ли он там выживет. Потому что одному сложно воевать. Так, берем что-то поближе. Идем аккуратно. Я один, если что, ребята. Так, тут есть мост даже. Безумие какое-то происходит здесь. Так, что нам говорит карта? Вроде бы как мы контролируем тут. Но как бы и враги есть. То есть пока что такая очень спорная территория. Куда я зашел? А, дальше уже точка вражеская. То есть они будут уже бежать. Но техника здесь респаунится, я понял. О, БТР! Мне бы чувака, который бы сидел и постреливал бы. Мне нужен юнит наш. Кто мне на помощь придет? Никто, я сам. Ладно, поехали. Если честно, страшновато. Посмотрим, что у вас тут происходит. Прямо где-то у врага. О, точку я беру. По мне уже вертушка вражеская бьет. Где он пролетел? Вот. Слушайте, да я сейчас взорвусь. У меня мало хп. Но вертолет по-любому, он скрылся где-то за небоскребами. Вот он. Бью-бью. Я не знаю, это наш или нет. Летят ракеты по мне. Отхожу. Сейчас взорвется БТР. Это вражеский вертолет по мне ракетами шмалял. Ну, сейчас я беру флаг. Мне кажется, сейчас враг придет, потому что мы берем его точку. Мы в численном превосходстве. Нас в 3 раза больше. Не скажу, что это моя заслуга. Я всего лишь убил 19. Но все равно. Так, кто-то палит. Давай точку уже возьмем. Все отлично. Что нам говорит мини-карта? А, все, точку взял. Враги где-то сзади бегают. У них много вертолетов и еще катер. Я хочу вертушку приговорить. Я хочу сейчас потушить все вражеские вертолеты. Я заряжу ракету. И их уничтожу. Есть вертушка вражеская. Есть по ком стрелять. Нажимаю слоумо. Так, я разворачиваюсь. Вот здесь где-то сзади было показано, что есть вражеский вертолет. Но если он ниже небоскребов, то я его не найду, потому что он может где-то застрять в зданиях.
и не показаться на миникарте. Так, ага, вон возле вот этого здания. Вот он, нашел его! Привет от воблера! На, видел его красный хвост, ребята. Отлично. Вырубаем сломо. Смотрим, что у нас по миникарте. Еще один вертолет с другой стороны здания. Я в шоке, прям какая-то воздушная атака. Так, я выстрелил. Куда я лечу, лечу? Враг где-то в центре этого небоскреба. Показан на миникарте. То есть он с другой стороны. Давай мы аккуратно облетаем. Давай, давай, давай. Где же ты? Я тебя не... Вот, вижу хвост его. Да, а вот они. На вертушке с миниганом. Так тихонько припарковались и вниз стреляли. Ничего себе. Так, ладно. Кто-то уже палит. Вот, бегут. Они точку пришли захватывать. Блин, ну что-то оружие как-то стреляет. Куда-то непонятно, ребята. Подожди, я одного убил или ранил? Они вниз побежали. Ай, ну, конечно, они сели на вертушку. Вот где вражеская вертушка появляется. Вот где они рождаются, ребята. Я нашел их и логово. Нас 155, их 7 человек. 7 врагов, 6. Идите ко мне, я вас прикончу. Покажите свое красное лицо. Они, ребята, красные. Ну что, они цветом красные. Мы победили, но вот... Нормально, видели, как катер вражеский плыл? Его просто уработали. Вырубили всех. Ну, у них 3 флага показано, что по карте. А все, юнитов нету. И просто 3 точки захватить. То есть мы как бы победили, да? Ну, мне понравилась битва. Еще кто-то бегает. Подожди. Здесь еще какой-то шпион вражеский. Нам показано, что мы всех уничтожили. У них нету больше войска. Как так получается, что на карте кто-то бегал? Алло, ребята, вы не видели врага? Он убежал, возможно. Но мы, ребята, зачистили город Шанхай. То есть теперь он спасен. Как вы видите, четко все. Воблер и его подписчики очистили все. Теперь здесь будет нормальная мирная жизнь. Так по ком вы стреляете? Это наши едут, синие. Смотри, как наши паркуются. О, кто тебя вообще учил водить? О, заберите у него права, ребята. На лодку тоже нужны права. Заберите, он дурачок, он не умеет плавать. О, я сейчас скажу, корабли не плавают, корабли ходят. А плавает только что-то другое. Ребята, у нас здесь плавают. У нас они не ходят. На лодке они чисто плавают. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер, игра Ravenfield. Оставайся на канале. Скоро увидимся. Пока.